Во-первых, это не трибьют тату, потому что это трибьют тату без тату, что весьма странно. Я не участвую, и, насколько я знаю, Юля тоже не участвует. Официальный трибьют тату «Весна 2022 года», где примем участие мы с Юлей, а также из крутых новостей сериала «Тату» с нашим участием на одной из самых крупных стриминговых площадок. Об этом скоро.